Что посмотреть и куда сходить? Наша подборка самого интересного в городе. Поехали! Световой день неуклонно сокращается, поэтому предлагаем вам начинать привыкать к полумраку. В культурном центре «Интеграция» имени Островского в эти выходные очень необычная программа. Она называется «Фортепиано в темноте». Гостей ждет сочетание живой музыки и иммерсивного спектакля. Это концерт-импровизация, где два музыканта играют на фортепиано в абсолютной темноте, опираясь на эмоции и чувства. Исполнители, кинокомпозиторы, профессиональные саунд-дизайнеры Игорь Свиридов и Макс Марков. Начало в 4 часа дня и в 7 вечера. Восполнить пробелы в искусстве можно в музее Василия Тропинина. В эти выходные там пройдут лекции, посвященные истории искусства, коллекционированию живописи и графики, особенностям культурной жизни дворянства и купечества золотой эпохи Москвы. Кроме того, на лекциях можно узнать о продолжении традиций и развитии московской художественной школы. Лекторы уделят много внимания быту и культурному контексту современной столицы. Начало в час дня. Если вы не готовы ограничиваться изучением культурной жизни дворянства XIX века, можно углубиться еще и в век XVIII. Для этого есть смысл посетить Большой дом в музее-усадьбе Кускова. Это главное сооружение в загородной усадьбе графа Петра Шереметьева в Кускове и был предназначен для торжественных приемов в летнее время. Это уникальное сооружение полностью сохранилось до наших дней. Для самых маленьких зрителей театр «Русская песня» приготовил на этих выходных спектакль «Сказки дедушки Авдея». Это необычный моноспектакль, в котором дедушка Авдей играет на 62 музыкальных инструментах. Не только на различных дудочках, свирельках, гармошках, но и на пилах, дровах и всяких других трещащих инструментах. В главной роли Александр Варнаев. Начало в 12:00. «Дама, чье место по центру» по пьесе Славомира Мрожика «Вдовы». В кафе встречаются две незнакомые вдовы. Не без помощи официанта они узнают друг в друге любовниц своих погибших мужей. В этой парадоксальной истории режиссеры и актеры исследуют природу человеческих отношений, вопросы верности и предательства, тему утраты и обретения смысла жизни. Режиссер Максим Метельников. Начало в 17:00. Еще больше интересного на нашем сайте vm.ru.